Всем привет! Вы на канале «Дети на севере» и это мой утренний влог. Погнали! Я сейчас иду на английский, поэтому я одела кофту, джинсы. Сейчас одену шапку, куртку, обувь и выхожу. Я уже в подъезде. Хорошо. На улице тепло, кстати. Я думала, холодно будет. Но нет. Кстати, вот когда я на английский ходила, там прям уже расцветало. Сейчас что-то вообще не расцветает, как-то темновато. Сейчас иду на английский, потом, наверное, зайду в магазин, хочу посмотреть там что-нибудь в школу, если не найду. Ну, там какие-нибудь орешки, что-нибудь. Вот если не найду, то тогда возьму из дома печеньки. Я вот иду на площади. И у меня, кстати, есть новость. Но, наверное, вот в этой новости я не буду снимать влог в этот день. Потому что я просто как бы физически не смогу. Вот. Но какая новость, я, скорее всего, после английского расскажу, потому что она очень длинная. На улице даже жарко. Я уже вспотела. Альбира. Юбилейный. Сейчас дойду до МГДУ, там покажу елку. Вот еще не убрали. Там арка, тоже фигурки. Я боюсь, что у меня варежки, блин, выпадут. Ай, жарко. Надо идти. Континент, вон, буквы перегорели. Вот МГДУ. А вон там мои домики. Ну, не мои, куда я хожу. Я уже пришла. Поэтому встретимся, когда я буду выходить. One hour later. Я уже вышла. У нас маленькая метель. Уже иду домой. И уже... После магазина вам расскажу новость. Ну, она классная. Написала я тест на 96%. Сейчас появится фотка. А кроссворд на 100%. То есть 25 слов с 25. Сейчас иду домой. Трактор чистит дорожку тут. Я иду в красно-белую. Я уже практически дошла. Кстати, вот елку у нас еще не собираются убирать. Но все вот это вот там ледяные фигурки. Все стоит. Вот. Сейчас иду в красно-белую. Кстати, я раньше вот тут жила. Ну, там в самом последнем подъезде. Вот. В общем, взяла я в школу вот такие вот мои любимые сафари. И вот такие печеньки. Я уже на улице. Иду. И сейчас вам расскажу новость. В общем, какая новость? У нас сегодня 1 февраля, последний месяц зимы, и 10 февраля
у нас будет лыжня России 2024 год. То есть, как я знаю, уже второй год проводится забег лыжни. Ну, как я знаю, два года. Может быть, больше даже. В 2023 году я с классом брала лыжи из школы. И, получается, мы 11 февраля 2023 года ходили на лыжную базу. Там был забег. И я, кстати, первый раз тогда была, постояла на лыжах. Там, получается, мы проходили полностью расстояние там большое. Ребята, сейчас я иду и ничего не подозреваю. Но когда я пришла домой после школы, я увидела это в интернете. Посмотрите сургутские новости. Школа Олимпийского резерва. В этот день лыжников и зрителей будут угощать горячим чаем. Организаторы подготовили насыщенную культурную программу, которая должна понравиться и детям, и взрослым. Присоединиться к соревнованиям жители Сургутского района смогут, в том числе, подав заявку в электронном виде. Вот, в этом году мне мама говорит: «Даша, вы пойдете там с классом?» Я такая говорю: «Ну, надо отправить мою классную руководительницу, чтобы мы пошли, в том году ходили, чтобы в этом тоже сходить». И, значит, я отправила, и на следующий день, получается, она спросила, кто пойдет. Там из класса 7 человек у нас подняли руки, вот. Но в том году было человек, наверное, 10-15, вот. Сейчас появятся фоточки с того дня. То есть мы как первые зарегистрировались, туда почти первые пришли, и нам дали даже в подарок шапочку «Лыжня России». И еще у нас был у каждого номер. Я думала, вот надо сдавать. Но нам сказали, что можно забрать. Я забрала. То есть сейчас появится фоточка. Вот, в этом году, значит, мы, скорее всего, тоже пойдем. На самом деле, я очень хочу, потому что это такие впечатления тогда были. То есть мы прошли расстояние там достаточно большое. И потом, значит, мы приехали. Там из родителей была моя мама, еще некоторые мамы. И, конечно же, классная руководительница наша. Вот. А в этом году, кстати, 10 февраля, в том году 11 февраля было это. Вот, то есть мы пришли, там нам бутерброды мамы сделали и чай с шоколадкой. Вот, ну было, конечно, вообще круто. Вот, туда некоторые шли пешком, а некоторые, получается, мама развозила. Ну, лично меня мама отвезла. В этом году вообще не знаю, как будет, но я надеюсь, мы пойдем, потому что это просто эмоции, которые запомнятся надолго. Вот такая новость. Тем не менее, я уже пошла, почти пришла до дома. Вот там машина учится водить. На самом деле, я тоже хочу научиться водить, но это уже когда я вырасту. Вот. Какая у нас погода прям зимняя. Но сегодня уже 1 февраля. Кстати, скоро день рождения у моей классной руководительницы. Я сейчас ставлю фотку, что я подарю. Это такие шоколадки. Вот так вот. Почти дохожу до дома. Сегодня у нас четверг, 1 февраля. Ну, как уже я говорила. Вот. Я на самом деле рада, что 1 февраля, то, что зима заканчивается. Скоро лето, весна, мой день рождения. Кстати, влог будет с моим день рождения, с моего день рождения. И все, сейчас буду с вами прощаться. Всем пока-пока. Обязательно подписывайтесь на наш канал.